Михаил Григорьевич, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Ну, я внимательно слушал ваше выступление там, и резюме по то, что у вас было на вашем одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказывать, и буду на общественное... Господин президент. Я вас не боюсь, что дальше мягко сказать. Да, бандит Мартыненко ваш. Вы говорите как в таких случаях? Нет, так говорите. В отличие от вас, у меня миллионов и миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Но свои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды... Рот закрой, руки на... Михаил, что? Я прошу вас. Вот! Вольем! Арсен Борисович, можно без мата? Мат был. Да, был мат. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. Да, прошу вас, по сути, пройти меня. А не по комментарию выступления. Хорошо, Сергей. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация. Конечно, полная приватизация. В том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально все вывести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Который провалившийся, который все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с Саакашвили с таким тоном. Который все страна знает, что он лох. Который все знает. Твой артист. Вот что. Артист, блядь, цирка, сволочь такая. А потом я... Не выйму. Не настрою. Михаил Николаевич, я реагирую на то, что вы сказали, я тут несколько вещей записывал. Ну, я внимательно слушал ваше выступление там, и резюме по то, что у вас было на вашем одесском антикоррупционном форуме. Вы сейчас выступаете гораздо мягче. Я не понимаю. Вы сказали, что Кабмин возглавляет коррупцию. Сказали это бездоказательно, ясно, четко, недвусмысленно. Очень доказательно. Давайте я скажу потом. Очень доказательно. Очень доказательно, и буду еще больше доказывать, и буду на общественное... Господин президент. Я вас не боюсь, что дальше мягко сказать. Да, бандит Мартыненко ваш. Вы говорите как в таких случаях? Нет, бандит. Так говорите? Что значит? Этим не скажут. Так со мной еще никто не разговаривал. Я с вами буду так разговаривать. А мне наплевать, как вы будете со мной разговаривать. Вы будете отсюда, вы наплевать вам тогда. Арсен Борисович, я призываю вас к вежливости. В отличие от вас, у меня миллионов и миллиардов нет нигде. Я не для вас выступаю. Нет, я еще раз говорю. Но свои миллиарды будет отвечать в другом месте. И у меня я за мои миллиарды еще раз я их искал. Поищите хорошенько. Мат. Да, был мат. Так, Арсений Петрович, я вас прошу. Я хочу закончить. Да, прошу вас, по сути, пройти меня, а не по комментарию выступления. Прошу, Арсений Петрович. Когда мы говорим про целый ряд вещей, которые были сказаны, конечно, приватизация. Конечно, полная приватизация. В том числе и ОПЗ. В том числе и для того, чтобы сейчас максимально все вывести на белый свет и немедленно приватизировать весь ОПЗ. Только у меня вопрос. Вы своими действиями, господин Саакашвили, препятствуете приватизации ОПЗ или нет? Я не собираюсь с вами сейчас ничего обсуждать после ваших разговоров. После ваших разговоров я буду с вами только спорить общественно. Я докажу, что вы вор лично. Я докажу, что действительно Кабмин возглавляет коррупцию. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Нет. Я не собираюсь, что какой-то Аваков, который проворовавшийся, который все знают, что работает на схемах сидит, разговаривал с...
вы обращались таким тоном? Я еще, у меня больше ничего нет. Я не согласен, не согласен, какой-то проворовавшийся министр, которого вся страна знает, что ого, которого вся страна знает, что ого, которого вся страна знает, которого вся страна знает. Я не собираюсь, что вы сказали. Я закрываю заседание. Мерзавец! Тварь последняя. Из твоей страны я украинец. Да. Между прочим. Я украинец. Нет. Нет. Да. Вот. А ты трепной артист. Трепло. Вот что. Артист, блядь. Циркаль, сволочь такая. А потом я... Не выбор. Не выбор. Трепной. Не выбор. Говню, блядь. Меня пригласили в страну. Дело. Мне оперизмом политическим.